Так, темнеет уже, али вечереет, верно сказать, да, ну, еще, думаю, успею, пока еще вот отполировал, может, еще какая-то паста где-то останется, почистим потом, ладно, в общем, у нас тут клиночки, вот из порошковой стали Кромакс, вот такие вот, ребята, то есть такой формат скоросъемного ножа. Да, ну, моя любимая форма, скажем так, она, мне кажется, такая оптимальна для каких-то вот бытовых, туристических и разделочных вещей. То есть это самая такая универсальная форма. Ну, мне, по крайней мере, нравится, да. Все закрывает все потребности в быту. И размер такой оптимальный. То есть тут где-то 32 шириной, 130 с небольшим клинок. Ну, 130 миллиметров почуял. Там, допустим, режущая часть рабочая, это 130 миллиметров. Такой небольшой изгиб, упорчик в пределах закона, да, около 5 миллиметров. Ну и на рукояти вот такой вот волшебный карбон с сеточкой медной. Вообще чудесный. На солнце он прям играет. Так, вот такой примерно. Так. Толщина 3,5 клинка. Рукоять где-то 125. И вот это вот под такого среднего размера руку. Вот как раз пальчики кладутся сюда. 95-100 миллиметров. Около 100 где-то. Получается вот такая вот штука.